Казахстанский боксер Иса Акбербаев взлетел вверх в рейтинге WBS. Известный боксер-профессионал из Казахстана Акбербаев, не имеющий поражений на профи-ринге, укрепил свой рейтинг в одной из самых престижных боксерских организаций. На прошедшей в американском Майами конвенции WBS стало известно, что Акбербаев поднялся в мировой рейтинге сразу на 8 позиций, и теперь располагается на 32-й строчке. Таким образом, наш соотечественник теперь находится в топ-40 лучших боксеров мира в этом весе. Ожидается, что в скором будущем Акбербаев завоюет основный титул чемпиона мира по версии WBS. Ранее Акбербаев отправил в нокаут немца Марка Курцвейла в рамках вечера бокса в Алматы. Хочу добавить, Акбербаев является одним из близких друзей Геннадия Головкина. Иногда они вместе тренируются в США и проводят совместные сборы.